Ну что, продолжаем дальше изучать углы. Давайте рассмотрим такой хитрый угол. Угол С. У него одна сторона является продолжением другой стороны этого же угла. Такой угол называется развернутым углом. Угол С – это развернутый угол. Градусная мера такого угла считается равной 180. Описывается так, 180 градусов. Угол С равен 180 градусов. Ну, на самом деле, правильно говорить, градусная мера угла С равна 180 градусов. Но я буду говорить, короче, угол равен 180 градусов. Просто для краткости. Теперь давайте посмотрим на вот такой вот угол. Так, такой вот угол, градусная мера которого равна 90 градусам, называется прямым углом. Угол А у меня прямой угол. Угол, который меньше угла А, например, вот этот вот угол. А, например, вот этот вот угол D, который меньше, чем 90 градусов. Угол D меньше, чем 90 градусов. Такой вот угол называется острым углом. Это острый угол. Угол, который больше, чем 90 градусов. Например, вот такой вот. Этот угол больше, чем 90 градусов. Такой угол называется тупым. Это тупой угол.